Сегодня будем делать чип на Audi TT с полной потерей ключа. То есть приборка у нее стоит Siemens VDO. Вот такого вот плана. Значит, это только плата с индикаторами. Основная плата у нас вот здесь. Здесь стоит процессор Micronos. Итак, чтобы написать чип, нам нужно прочитать EEPROM 24LC32 и процессор Micronos 3217G. Затем эти оба дампа закинуть в танго, декодировать и получить данные для ключа. Читать Micronos мы будем с помощью XProc-M, его переходничка Bypass Security. Итак, открываем наш XProc-M, выбираем Micronos Security. Нас интересует 3217G. Смотрим диаграмму подключения. Именно так мы подключились на плате. Ножки TD0 и TS2 поднять обязательно. То есть ножки должны быть вверху, подняты от платы. Теперь выбираем Micronos и нажимаем кнопку читать. Все, защита была снята с процессора, и процессор сейчас читается. Все, процессор нами успешно прочитан. Вот его данные. Нам остается его только сохранить на рабочий стол. Процессор мы сохранили. Предварительно прочитали микросхему 24LC32, это память EEPROM. Для него не требуется никаких рассказов, это делается обычным программатором. И теперь открываем программатор Tango, чтобы декодировать дампы. Итак, в Tango Key Programmer выбираем Audi TT, VDO, Micronos. Сейчас нам нужно загрузить сюда файл. То есть он просит загрузить файл Flash и файл EEPROM. Загружаем Flash, который мы сосчитали. Вот, Micronos. И загружаем EEPROM. Продолжаем. Вот, пожалуйста, после декодирования дампов он нам выдает VIN, это логин автомобиля, по которому можно будет добавить потом ключ, и просит положить 48 мегамоз, что мы сейчас и сделаем. Записываем первым ключом. Просит сохранить, просит, пишем 1K.
и сохраняем. Так, давайте посмотрим, что он нам записал в чип. В чип он нам записал конфигурация TP25 Audi Megamos 48. И он у нас стоит под номером 1. Так, чтобы записать второй ключ, нам нужно сделать следующее. Также выбрать модель. Открыть. Открываем флеш. Грузим Micronos TT. А под EEPROM мы грузим 1K. И теперь проверяем, в системе ли у нас первый ключ. Да, первый ключ у нас в системе. Теперь мы берем также, пишем второй ключ. И сохраняем. Теперь, чтобы нам проверить, оба ли ключа лежат в системе, мы также берем модель Audi TT, открываем файл Flash, он у нас не изменен, Micronos TT, и теперь уже грузим два ключа. Файлы декодированы, смотрим ключ. Ключ номер 2. Есть в системе. Ключ номер 1. На этом запись чипов завершена. Давайте посмотрим, как Tango кладет эти ключи. То есть она основывается на двух дампах. Это у нас флеш Micronos 3217 и EEPROM 24LC32. Вот так кладет Tango ключи. Вот здесь они находятся, естественно, в закодированном виде. Теперь наша задача записать EEPROM, который написала нам Tango на основании этих двух дампов. Значит, выбираем сериал EEPROM. Микросхема у нас микрочип 24LC32. Открываем. 2K. Вот этот дамп. И пишем. Все, микросхема записалась успешно. Итак, мы запаяли EEPROM на место 25LC32. И теперь собираем нашу приборку. Собирается сначала плата. Там вставляется сюда. И защелкивается. Сверху одевается уже вот этот блок на вот эти разъемы белые. То есть вставляем и нажимаем. Все, теперь плата у нас на месте. Ну, дальше стекло. Защелкиваем. И остаются у нас два винтика. Итак, мы написали два чипа для Audi TT 2008 года. Сосчитали процессор Micronos с
сосчитали EEPROM24LC32, декодировали дампы с помощью танго и записали два чипа.